Всем привет! Покатался я с утра. Могу даже фотографию одну кинуть. Все, кто видел эту машину, привет! Покатался с утра, время 2:30, приехал, можно поработать, уделить немножко времени машинке. Буквально там часик-два. Когда-то видео было по изготовлению стола вот этого. Я его делал для аргоновой сварки. Для тиговой сварки. И вот буквально пару недель назад кто-то коммент оставил под этим видосом. На лайв-канале видео было. Вообще неудобный, непрактичный. Люди, не знаю, насколько он там кому-то неудобный, непрактичный, но мне, чтобы работать с крышами, чтобы делать батоны, он вот удобный и практичный. Классный стол получился для работы с батонами, для работы с крышей это самое то. Ну что, будем делать крышу. Крыша у нас делится, как и порог делился, на два куска работы. Будем считать точку отчета от вмятинки, вот этой, которую мы уже сделали. Делится на сложную работу, для которой желательно дверь, потому что можно, конечно, наугад сделать, но потом все равно надо подправлять. И делится на легкую работу. Это так здесь и не пробежался ничем. Это вот вмятина. Ну ладно, вмятинка. Заломчик. Да, в общем, он весь пошел. Вот здесь еще нормально, дальше плохо-плохо. Блин, рация, извините, выключу. Рация сама выключилась. Этот момент еще хороший. Дальше опять все плохо. Насколько что же затянуло вот туда? Надо будет поднимать. Вот это все туда-сюда и туда-сюда. В общем, сейчас подключаем споттер и начинаем. И начинаем работать. Сразу все зачищать не будем коралловым. Будем так вот, видите, вмятинка. Прочистим, например, 5 мм на сантиметра 3. Дернем, пока есть блики, они нам помогают. Потому что, когда все зачищено, бликов не видно, плохо. И, наверное, как всегда, под музычку, да. Сегодня хотя бы сделать, я не знаю, сколько сделать. Вот это навряд ли я сегодня сделаю. Ой, да хоть что-то сделаем, и то хорошо. Опять наш споттер, опять, что тут опять, петельки эти. Массу подсоединим. Зачищать здесь не будем. Массу прям сюда вот опять зачистим, поставим. И я думаю, хватит. Я думаю, массы туда. Сюда для работы с петельками и для работы пулером хватит. Уже сколько на канале есть этих споттерных работ? Этих споттерных работ с батонами? Блин, честное слово, снимать даже неохота. Вот сделал, музыка играет, сделал одну мятинку, вторую зачистил, еще раз продернул. Здесь зачистил, еще раз продернул. Что хотел сказать? Многие... Ой, кто-то вчера спрашивал, почему... Коралловым зачищаем, а потом все равно, как бы там оно ржет металл, там то. Коралловым зачищаем не то, чтобы там... Короче, лепестковый просто не способен залезть в некоторые ямки. Вот лепестковый в этот угол, в частности, он не зачистит угол, вот этот острый. А коралловый круг, он мягкий, он там играет, обгибает все эти ямки. И он способен все зачистить до металла. Просто, правда, он цинковый, этот грунт плохо снимает. То есть, если легонько коралловым, то все нормально. Чтобы цинковый снять, надо немножко сильнее давить на него. Поэтому и коралловым. Коралловый как бы еще и металл не портит. Ну, то, что он, вернее, металл не грызет, только краску. Ну, коралловый не поэтому. Прям там нам что, металла жалко. Правильно кто-то написал. Все равно, блин... Пережжете его споттером. Все правильно. Не, нам не жалко металл, нам жалко. Лепестковый не залезет в эти вмятинки. Коралловый мягенький он. Во все ямочки хорошо залазит. Он мягенький. Он гнется, он немножко вот сгибается. То есть хороший. Ну что, я работаю, вы смотрите? Сейчас вот эту вмятинку сделаем еще пулером.
пулером всю. Вот одна, вот вторая. А здесь уже, ну а здесь уже надо будет вот этот острый тычок наваривать петельки и ставить мост. Потому что Виталька себе рычаг никак не сделает. Вот у Витальки есть рычаг, вы много раз видели, который закручивается. Вот петелек наварил, зацепил, вот сюда упер эту штуку. И способно можно было, и легко можно было давануть, выдавить. В частности, вчера сколько этим рычагом уже было на пороге работать. Но нет у Витальки рычага, потому что он у Женьки. А ехать 100 метров за рычагом ему неохота. Поэтому будем работать без рычага, а мостом. Ну давайте сейчас кофеечку допью. А мост у нас на грани разрыва после бита Мерседеса. Надо переварить, конечно, было по эту всю часть. Но я думаю, поскольку, блин, тут резьба такая плохая. Ага, я шпильку переставлял, резьба хорошая. В общем, люди, давайте так, я работаю. Я постараюсь, конечно, наснимать вам все. Хотя я понимаю, сейчас штатив на крышу не поставишь, никуда не поставишь. Будет очень неудобно и очень вообще не видно. Как так можно поставить, а? Вот так. Ладно, сейчас посмотрим. Я работаю. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars.
Сделано вот до вот этого места, может быть не до зачищенного, может быть вот до этого. Здесь еще вот оно следующее уже пошла, хотя в принципе ничего нету. Готово, это вот готово. Сколько время ушло на это все? Я даже не знаю, блин, не помню во сколько я начал. Часа два, наверное, а вон 4 уже. 15 минут пятого. Ну пару часов ушло, вот как вот. Кто как, а я, вот у меня вот это долго занимает. Но здесь вот час законный ушел. А здесь полчасика. По рации полялякать. Кофейку попить. С Андрюшкой, который приезжал. Андрюшка, привет тебе. С Андрюшкой полялякать, покурить. Это, наверное, не успеем. Значит так, работаю. Как-то липнет плохо. Петельки вот тут как-то вот хочется больше, нет. Взял свой споттер. Подсоединил. Так же одинаково все. Масс туда подсоединил. Понял. Думаю, блин, ну крыло меняем. Я просто не хотел здесь, конечно, в идеале вот массу где-то прицепить. А она у нас вон была. Сюда массу перецепил. И стало хорошо работать. Ну, дальше этим и работаю. Не делаем под грунт. Сразу скажу. Не делаем под грунт. Вот как делаем. Вот. Видно, да? Вот. Не будем лезвие засовывать. 100 раз засовывали, оно с канцелярского ножа. Оно не пролазит, поэтому смысл тут что-то пихать его, засовывать. Оказалось, вот этой чертилкой, кто помнит когда-то, Женька, мой напарник, их продавал. Уже нету. Не помню, то ли там 100 гривен, то ли 150. Я тогда купил, дурак, надо было их 2 или 3 себе купить. Вот это кончится. Чем я буду работать? Кончик такой классный. Чертишь где надо. Хоть там многие ругали. Ва, это же там инструмент, люди. Это вещь, купленная за мои деньги. Поэтому я стал хозяином этой вещи. Что хочу, то и делаю с этой вещью. То есть нарисовал, застучал. Ну, в общем, удобненько. А, у нас вот вообще был провал. Нету провала. То есть делаем как всегда. Под стекловолокно. Под стекловолокно один момент. И под стекловолокно второй момент. Ой, или перейти на это. Блин, надо мост. Надо мост свой починить. Где он там? А, он лежит в машинке на картоночке. Видите, не на кожаном сиденье, на картоночке. То у моста надо шпилечку. Или не шпилечку. Откручиваю. Не пролазит. Заусенок наделано где-то там. Да нет. Кстати, не разогнулось. Плохо. Он на бок становится. И когда откручиваю, оно не опускается. Вот. Потому что петелек наварю под одним углом. Начинаю тянуть. Значит, радиус отбил. Пока сделал. Ну так, на глазик.
Здесь еще вот внутренний кант идет. Вот. Внутренний кант вниз опустил. Ну, то есть здесь не то, что острый угол, здесь еще кантик идет внутри. Сделал пока вот так, на глазочек. Дальше будем по факту. Вдруг надо будет еще отбивать, а вдруг будем еще вниз затягивать. Поэтому то, что выводить как бы в идеал, можно не выводить, но я лучше сейчас как бы вы... Ну, в идеал это под стекловое окно, я имею в виду. Я лучше сейчас выведу, а там повезет, если ничего не надо будет делать. Если надо, то не повезет, то будем делать. Чем сейчас примерно оставь, а потом опять возвращаюсь. В общем, крыша готова до этого момента. И осталось у нас... Вот это сделаем. Ага, раз, два. А тут, блин, куда ни коснись, их куча. Тут куда ни коснись, их миллион. Ой, какая хорошая линейка. Один. Вот это еще надо сделать. А, кстати, лепестковым не пользовался сегодня еще. Вот напильником прошелся. Рихтовичным рубанком. А потом просто коралловым вот залезал. Ну, как залезал. Оно просто некрасиво. Знаете, есть там люди, которые еще и отрезным вот так фигачат, сто раз какую-то сетку зачем-то набивают. Вон коралловым прошлись и забыли. Мы так не делаем. Мы не скрываем. От посторонних глаз все штуки. Блин, вот еще есть, но она такая мелкая. Я вообще предлагаю ее не трогать. Хотя можно разок смыкнуть. Где она тут потерялась? Ага, вот она. Не, ну, домой еще рано. Еще светло на улице. Вот это сделаем, потому что как-то крыло менять будем, еще не знаю. Вот это, скорее всего. Да я и это могу сделать. Дело в том, что эту вмятинку примерно делать, это там, ну, блин, 3 минуты. Я всегда был противник от обратного молотка. Но если с умом, то все класс получается. Надо полкилограммовую гирю найти, потому что 1 килограмм это много. В основном петельки, 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 потом пулер, 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 а потом... И, ну вот здесь не хотел насадку брать, мне обратным молотком было удобнее отбить. Раз, два, что тут еще у нас? А, ну и вот это вот все место вот начинается, от этого места. Блин, ну вот это реальный кусок работы большой. И здесь надо чуть еще пройти. Вот это реальный кусок работы. И как-то, знаете, не хочется сейчас зацепиться, за час нифига не успеть с ним сделать и бросить его. А завтра суббота, запчасти у нас будут в понедельник. Они пришли, но служба доставки их никак не хочет доставать. Отдавать, то есть. Поэтому запчасти будут в понедельник. Части будут в понедельник, а завтра, наверное, мы все-таки сделаем вот это. А сегодня я не знаю, да, ну, да все, я навряд. Предлагаю закончить этот хороший рабочий день, нифига себе, сделали две вмятины. Фу, чемпионы. Еще сделал два места. Или каких тут два? Вот сделал. Там, кстати, я руку засовывал, какой-то поролон идет, который я не смог вытащить, поэтому на минимальной длительности, чтобы там оттуда ничего не сгорело так легонечко. Сюда руку не засовывал, но обычно сделал. Обычно, обычно и обычно, обычно. Есть, все. И вот плавно подошли к этой большой вмятине. Но это не так страшно, как будет страшно нам в понедельник. Завтра эту сделаем. Я так думаю, просто пару часов надо будет уделить на нее. По-любому колечки, мосты, еще и мост, наверное, большой. И, наверное, у Женьки рычаг заберу. Хотя, блин, я сегодня хотел выделить время вообще-то рычаг этот сделать себе. Не, у Женьки возьму, он ему пока не надо. Просто здесь без моста, здесь и рычагом. Ну, блин, без моста рычагом, Сережка Брянск. Вот без моста рычагом, как ты. Люблю я без моста рычагом. Вообще не люблю. Мостом лучше. Мостом ты натянула, ну держит, ты рядом стучишь. Можешь может даже пулером рядом проработать при натягивающем при натянутом мосте. Можешь взять обратный молоток и дергать рядом, прямо возле петелек, там в 2 миллиметрах. Ну, как бы я вот, ну, простучать есть возможность. А когда тянешь вот рычагом,
хочется и натянуть, и сразу простучает, некомфортно. Ну, то есть, ну, как-то так, ну, я так не люблю, я люблю вот мост. Сюда он будет короткий, кстати. Ладно, мы придумаем что-нибудь. Гидравлику поставим, да? Зацепим крючок за диск. А вот сюда гидравлику, оп, вектор. Вот тут, вот отсюда. Прямо от крыла, мы что, его меняем. Вот вектор, бук, все, тянет. А можем зажим, а можем вообще крючком вот за это место еще отцепить. Будем гидравликой тянуть батон, глядишь, еще и крыло выйдет. Завтра цель сделать вот. Завтра суббота, короткий день. Но все-таки, но мы успеем сделать это по-любому, кровь из носа. И, может быть, даже перейдем на какую-то вмятину. Это тоже это не сильно страшно, я тут больше вот, вот. Вот если бы на этом батоне была вот эта вмятинка на этом участке, только одна, было бы мне страшно. Если бы только это, вообще не страшно. А когда вот оно все вместе, тогда вот немножко и страшновато. Ну, не страшновато. В общем, да, страшно, в чем мы стесняемся. Страшно, страшно. Всем спасибо, всем пока. Кто смотрел на лайв-канале, как я чайник ремонтирую, он сегодня отказался работать. Теперь у чайника нету кнопки. Теперь если чайник поставил, то надо следить, чтобы он долго не кипел, потому что здесь, ох, баня получается. У меня сегодня раз такое было. Всем удачи, всем пока. Счастья, здоровья. Дед Реаниматор, привет.